Всем привет, друзья! С вами я, Лариэль, и мы с вами снова в World of Warcraft. И на сегодня у нас с вами есть целая пачка различных квестов. Итак, грузим, короче, корабль наш. Или что это? Или что-то похожее на корабль. Так, а ну-ка. Фу-ка. Опа! Ничего себе. Серьезно. Так, ну поплыли сначала сюда, а там посмотрим. Так, я поставил, значит, поиск подземелья, чтобы время не тратить. Ох ты, ё-моё, тут черепах поубивал кто-то. Печалька. Так. Партизан, привет. Десантироваться. Чё, всё, наш корабль утонул. Здоров. Так, это то, что я думаю. Батюшки, светь. Так. Особая посылка для Бривельверпа. А, добро пожаловать, уважаемая. Рад. Примерно рад. Я дам тебе шанс встать у истоков проекта, который не имеет аналогов. Предпринимательскому духу и неведомые различия между Альянсом и Ордой. Вот скажи, ты любишь мороженое? Люблю. Лучший в мире вкусе. О, боже мой. Лучший в мире вкус. Прямо под нами пещера. Огромное, прекрасное место для нашего нового хладобункера. И достаточно большой, чтобы разместить все наше оборудование и иметь запас для расширения производства. К сожалению, когда мы провели почти все трубы оттуда, откуда ни возьмись, полезли насекомые и перебили прочих. Кстати, да, в этом же месте, в этом месте были насекомые. Вот то ли здесь, то ли вот здесь, я точно не помню. Но вот перед Танарисом в каком-то из этих углов была пещера с насекомыми. И там еще давались нам квесты какие-то. Вот, походу, об этом он и говорит. Так. И перебили рабочих. Но откуда мне было знать? Зато у меня родилась гениальная идея. Мороженое со вкусом селетидов. Да, как раз селетиды там и были. Это будет мега хит. Все, что мне нужно сейчас, это ингредиенты. Соберите 8 пригоршней слизи селетида. Так, и еще. Мы положили жизни за мороженое. Ты не думай. Это я внешне такой веселый, но внутри душа на части рвется. Все мои друзья, мои работники мертвы. Сделай одолжение, сплавай вниз и прицепи к телам моих рабочих этот буксирный трос, я вытащу их на поверхность. Хорошо, сделаем. Так, что, поплыли? Где мой тутл? Тутл пауэр, да? Так, и вот эти селетиды, самое интересное, что как они под водой-то выжили. Вот это вот мне не совсем понятно, но видать и выжили как-то. Поехали их на отстрел. Твари. Так. Отлично. Ну, залутать. Слишком далеко. Я пока не могу. Отличненько. Оу. Дипломатия рейдовых подземелий. Вас превозносили, перечислены. А, тю. Это не у меня. Это у гильдии. А, я ж так и подумал, что за ерунда. Как я мог это подумал, уж бах какой-то. Это просто у гильдии. Ачивка такая. Лови залп. Так, спасаем нашего очередного павшего бойца. Вперед, вперед, вперед. Так. Ага, ну, вон они. Хотя, может, по сути, этим селетидам, что кислород, что не кислород, без разницы. Хрен его даже знает.
Но эти раскопки я помню. В свое время квесты в них точно делал. Сейчас, так как произошел катаклизм, много территорий, очень много изменилось. И теперь маемо, шо маемо. Так, кто-то напал на нас снизу, селитит какой-то. Сейчас мы ему пишем. Так. И последний. Отлично, поднимаемся. Хотя можно на черепашку сесть. Будет, по идее, еще быстрее. Ова. Итак, удалось собрать достаточно жучиной массы для первой партии, да? Удалось. Отлично. Это будет самый лучший вкус на свете. Берегитесь, Стигюль и Форор. Так, спасибо тебе, Лорель. Они отдали свои жизни за мороженое. Пожалуйста. Кольчуга, кисти рук. Не, мне это не интересно. Ого, так быстро. Курганы и иглошкурых. Ну, ё-моё, ну были ж там. А, нет! Курганы, это... Воу-воу-воу, ребята! Это очень-очень круто. Завершить. Давай я возьму эти квесты. Потом ознакомлюсь, друзья. Сейчас идем в курганы. В них мы еще не были. Это очень и очень круто. Это... Мне нужна ваша помощь. Да, здесь тоже обновление. Стоит дракон, хотя раньше его здесь не было. Так. Я даже не знаю. Сейчас попробуем это прочитать все, если нам дадут. Так. Благодарю, что вы столь быстро откликнулись на зов. Я вынуждена попросить вас вновь рисковать жизнью во имя спасения Калимдора. Ученик Амминара, вестник смерти Черношип, хочет вернуть своего учителя в мир живых. Мы должны добраться до вершины тернистого серпантина и победить Черношипа до того, как он доведет ритуал до конца. Блин, не дают дочитать, но... Черт. Что сделать-то? Так, дальше. Я тоже думала, что Аминар Хладовей повержен, к несчастью, заблудившись. А, заблуждалась. Как же было глупо с моей стороны забыть о том, что истинная сила Лича заключается в его филактерии. Филактерии? Такой могущественный некромант, как Аминар, может заключить свою душу в сосуд, чтобы иметь возможность переродиться после проведения особых ритуалов. Нужно было перерыть весь Калимдор, найти и уничтожить филактерию Аминара. Но вместо этого я лишь гордилась нашей победой. Теперь все, чего мы достигли, может быть потеряно. На тебя постоянно нападают скелеты, и чума зверствует в этих пещерах. Как я могу восстановить? Так, одно из недавно творений Вестника Смерти черношипом чуму из каждой поры своего нечистого тела. Он также заручился поддержкой Мордена Глаза. Тот помогает ему собирать под его знамена орды нежити. Черношипу помогает даже племя мертвой головы. Их архоманты создали ужасное чудище гигантского чумного паука Аарукуса. Если ты одолеешь этих грозных противников и рассеешь чуму, преграждающую мне путь, у нас появится возможность взобраться по тернистому серпантину на самый верх и дать бой Вестнику Смерти Черношипу. Мы должны победить его и забрать филактерию Амминара, пока еще не слишком поздно. До встречи, окей. Бежим за пацанами, пока нас, блин, не кикнули. Аркус, так, там вот бьют как раз этого паука. Надеюсь, он не зачтется, хотя я, блин, где-то шарахался. Это время, да, мне зачли его. Окей. Так, вперед, вперед, вперед. Вот, собственно, он. Это радует. А теперь ознакомимся с квестами. Так, приспешники Черношипа. Так, я куда-то не туда пошел.
Реинкарнация Аминара неизбежна. Чтобы не допустить срыва церемонии, вестники смерти Черношип приказал своим... Ай-яй-яй. Так, сюда-сюда-сюда, за пацанами. А тут опять этот рокер все еще здесь. Скоро Амнинар вернется! Так, иди там. Мы покорим Калимдор! Ничто не устоит перед нами! Окей. Так, Черношип приказал своим верным слугам любой ценой защитить ее от нашего нападения. Аркус, чумной паук, сидит в своем гнезде, окруженный многочисленными отпрысками. За ним присматривают арономанты из племени Мертвой Головы. Мордрыш собирает силы Амнинара на груди костей и, наконец, мягко ног охраняет вход на тернистый серпантин. Когда ты победишь всех троих, я присоединюсь к тебе, и мы вместе бросим вызов Черношипу. Окей. Ну что там? Мы покорим Калимдор! Ничто не устоит перед нами! Блин, а вон и приступ подоспел. Скоро Амнинар вернется! Мы покорим! Я добавлю ваши кости в эту кучу! Ага, добавишь. Сейчас получишь в реле. Раз, два, три, четыре. Отлично, выписали ему. На! Добивной в табло. Шея. Бежим дальше. Единственное, я так не помню, куда именно. Ага, все верно, сюда. Так, ну это, по всей видимости, такие же слизи, как... Как и в подземелье Марадона, которые могут, возможно, я точно не знаю, но может быть они в мели очень сильно и наносят урон. Наверняка, конечно, хазые. Так это или нет? Это заклинание еще не готово. У меня нет цели. Прыжочек, даем азот, побежали. Я пока не могу вычитать. Так. А вот, собственно, и босс Мягконог. Сейчас победа над ним даст возможность дракону с нами идти вперед. Это заклинание еще не готово. Давай, давай, засыпаем его. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Опа, верный, ну, убийственный выстрел сейчас появился на... Так, топорик. Опа, Черношип. А, это не квест, это так просто. Так, а где, собственно, дракон-то? А, дракон уже где-то вперед погнал. Я пока не могу прочитать это заклинание. У меня нет цели. Так. Мне нужна цель. Тут бьем пока. Мы можем помешать вестнику смерти Черношипу. Но нужно спешить. Отлично. А, дракон наверху. Спешим, как можем. Лечу, как ветер, да? Кто это? Некрома... А, некролит. Здесь тоже, кстати, в свое время, если мне память не отказывает, когда еще не было здесь вот такого переделанного данжа, был, по-моему, рарный босс, или здесь, или где-то чуть повыше, который появлялся достаточно крайне редко, да.
Давай уж, убить его нафиг. Не достаю. Но вот то, что делает. Так, я постою тут, похилюсь. Ибо меня хилять, я сомневаюсь, что кто-то будет. Я пока не могу использовать эту способность. Я пока не могу прочитать это заклинание. Капец. Где хил вообще? Это заклинание еще не готово. Так, но меня... О, надо же, меня решили полечить все-таки. Вот это поворот, я и не ожидал. Не сейчас. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Блин, ну капец просто. Я пока не могу прочитать это заклинание. Что за танк бежит на пролом? А я только запуск, а излечит. Еще не готов. Не подходящий. У меня нет цели. Я не могу атаковать эту цель. Надо собрать. А танку пофигу, танк дальше прет. Так, а это кто у нас? Вестник смерти Черношип, да? Оп, ловушечку закинули. Замечательно. Щит, который нафиг не нужен. Так, Аминар Хладовей. А вот и он, собственно. Давно не виделись. Я пока не могу прочитать это заклинание. Давай, напуливаем его. Герой, скорее встаньте на очищенную землю и позвольте жизни наполнить вас. Надо подождать. Пускай наполнит, я только за. Четверочка, опа! Замечательно. Эх, и на меня абсолютно ничего. Печаль, тоска. А что вообще на меня могло здесь выпасть? Все. Я переправлю филактерию в надежное Один? Место. Аминар больше Один не арб? Властен над свинообразами и не угрожает Календору. Кольно. Приветствую. Так. Отличная работа, но это только... Но это только полдела. Теперь, когда вестник смерти Черношип лишился поддержки, пришло время покончить с ним. Я польщена. Мы молодцы, Лириэль. Теперь, когда филактерия Минары находится под защитой рода Красных Драконов, мы, наконец, можем вздохнуть спокойно. Замечательно. Шея. 6 ловкость, 9 выносливость. Отлично. Забираю. Одеваю. Все. Всем спасибо. Всем пока. Да. Улетели. Тем временем, что у нас? А вообще, куда нам нужно? Ага, мне еще тут нарезали пару задач. Я, правда, их, наверное, не прочитал. Итак, уничтожьте надсмотрщика Улья. Глубоко в пещере засел какой-то шибко умный жучила и заправляет всеми силитидами, которые там развелись. У меня мороженое тает. Как я, по-твоему, построю империю мороженого и сберегу свои запасы? Если там хозяйничает эта тварь, не вопрос, чувак, сейчас мы его выкурим оттуда. А второе... Заморозка труп с помощью... Так, криопа пушка какая-то, вот. Что ж, пора распечатать нашу криопушку Морозка. Мы скопировали технологии морозильных пушек с гоночных судов. Ага, в нем нам, гномам, нет равных.
Так, эта миниатюризация за счет делания всего окружающего вот таким громадным. Ты должна спуститься с пушкой в пещеру и заморозить трубы, вмонтированные в стены. Это запустит процесс. Окей, погнали. Так, пещеры. Наверное, только вон непосредственно в те пещеры мне нужно. Это вообще просто раскопки. А это непосредственно пещеры селикидов уже. Парам-парам-пам-пам. Так, даю залп. А это что за жук, что за телепортация тут с ним? Очень странный какой-то. Там, там залагал, видать, жучок мальца. Бах! Замечательно, побежал. По дну бегать гораздо удобнее и быстрее. Оу! Как меня обезоружили. Так, лови зал. Разряд. А вон же, прям передо мной. Ух! Заморозили. Еще разочек. Так, и он самый главный жучила. Какой он дерзкий. А то у него мозг на башке, что ли? Интересный он вообще. Так. Все, можно отсюда десантироваться. Бежим, бежим, бежим. Так, надо его завалить. Черепашка. Погнали. Плывем, плывем, плывем. И приплыли. Так, назад. Привет. Что у него вообще продается? Мороженка. Понятно. Заморозка труп. Слышишь, Аллариэль, этот сладкий шум начавшегося охлаждения. Совсем скоро мы сможем хоронить в пещере сырье. Спасибо тебе. Пожалуйста. Великолепно. Теперь мы будем крупнейшими поставщиками мороженого во всем Азероте. Удачного денька. И вам того же. Так, а мы... идем дальше. Где наш... ага. Гоночное судно и вперед. Крутим педали. Так, теперь я хочу сплавать. Ну, наверное, по кругу пойду. Коли я уже тут начал чудить. Ого, там ядрами засыпаю. Так, а ну-ка. Отслеживать, отслеживать. Все будем отслеживать. Так, плывем. Я, правда, не знаю, куда мне, но... может быть, мне наверх, а может быть, на корабль. Черт его знает. Не, наверное, я... Скорпит скалолаз. Интересно. Десантироваться. Хоп-хоп-хоп. Матрос Южных морей. Вперед. Матрос крайне странный. Еще не готов. У меня нет. Отлично. Я пока не могу.
Далее. Пару залпов. Опа! Вылетаем. Мне эти пушки надо было заткнуть, вообще нет. Походу не эти. Ладно. Ай. Не то нажал. Хлоп-хлоп-хлоп. Бежим-бежим-бежим наверх. Страшный Ара. Ого. И правда стрёмный. Лежать, матросы. Так. Замечательно. Попугай. Лежать, попугай. Даю залп. Заткнуть пупу. Так, вперед, вперед, вперед. Даю залп. Хедшот. Отлично. Так, еще одна пушка. О, гоблин бандит, да? Как так можно-то? По своим же братанам стрелять. И опять же, здесь вроде и люди, да, и то же самое. По своим же. Да, умри ты. Ого, крит выписал. Уничтожить. И финальное. Готово. Так. Кто там? Куда подевался? Кто-то там, Стинг. Видать, его словили, держат в клетке, я так полагаю. Вперед, вперед. О, кто-то там простругался. Видать, забухал, Децл. Итак. Эй, вытащи меня отсюда. Держи. Ключ от клетки у Тони, два клыка адмирала пиратов, а его охраняют огры, которые тебе точно не по зубам. Знаешь, что пираты любят больше всего на свете? Да нет, не ром. Кое-что получше. Сокровища. Их корабль с полным трюмом сокровищ потопила гигантская китовая акула. Сокровища разбросано по всей бездне. Миражей к северо-западу отсюда. Принеси его мне. Угу. Окей. А здесь кто? А, здесь, собственно, гном, да, для Альянса. Так, вперед. Вперед, 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 хоп, все, мы в море. Призыв. Погнали. Так, и нам... Китовая акуля. Так. Доплыли. Теперь вызываем черепашку. Так. А где же, собственно, сами? Сами сокровища. Ага, вижу. Вижу сокровища. Вперед, вперед. Так, еще один ящичек. Блин. Нужно подойти поближе. Хедшот.
Отлично. Хедшот успешно выписан. Лежать. Он засранец. Так. От. Охотники за сокровищами. Да, не глянь, везде они. Так, идем на поверхность. Я отправлюсь на переговоры сейчас. Пока я тут недалеко. Отлично, прибыли на поверхность. Опа! Попедалили. Где там причалить можно? Походу только возле одной стороны. Так. Зет. Погнали. О, что за темный феникс? Даже и не помню, откуда он. Так, я отправил начальника трассы Зерина договариваться с одним из вожаков кентавров. Но теперь, когда ты тут, мы выцеганим право качать их нефть, как пить дать. Как мы хотим получить права на добычу нефти? Нужно узнать, что кентаврам предлагает Альянс. Наше предложение, предположение, непременно должно быть предложение. Все-таки выгоднее. Посол Орды Кравел Углебород сейчас ведет переговоры с одним из ханов кентавров. Сходи-ка, убеди его отдать нам предложение Альянса. Убивать его не нужно. Мы же не звери какие. Так помни, ему бока. Намни ему бока маленько. Окей. Так. Собственно, кентавры. Кто тут у нас? Орк пришел выклянчить наши земли сладкими речами да обещаниями. Меня не проведешь. Не первый год живу, знаю, каково иметь дело с вашим братом. Но ханы больше не прислушиваются к старейшим, как прежде. Раз уж ты здесь, будешь пользу приносить. Когда в эти земли хлынули воду, великих дух воды Акварий затушил древнюю жаровню в недрах оплота треснувшего копыта. Возьми эту головню, зажги жаровню, и Акварий непременно покажется. Принеси мне ее, священное племя. Пламя. Так. Окей. Не вопрос. Сюда. Сначала предложение Альянса. Где тут Алиниянс? Все, оглашен, вы должны выкрасть предложение Альянса прямо сейчас. Выкрал. Валим. Пойдем его отдадим. Прыжок. Ох, больно. Чего смотришь? Предложение Альянса. Что, да откуда у них столько золота на такое беснословное предложение? Нам не найти столько денег. Мы, разумеется, не можем предложить столько золота, сколько предлагает Альянс. Нужно что-то предпринять, Алларель, иначе не видать нам этих прав на бурение, как гному своих ушей. Постой-ка, был же некий отчет подводной экспедиции, который мы отправили сразу после того, как приключился катаклизм. Что-то похожее на золото руде, которую выбросило из земных недр. Эврика, отправляйся на запад
к старым пастбищам кентавров, скале треснувшего копыта и оплоту треснувшего копыта. И добудьте мне этой руды. Что? Сделаем. Так, ого. Это ж черт знает где. Блин. Понятно. С этим все понятно. Идем сюда. Так, вызываем корабль. Какой режим боя уже все? Слишком далеко. Это заклинание еще не готово. Бежать. У меня нет цели. Что, до сих пор агрится на меня эта птица? Нужно подойти. Ладно. Поближе. Все, понятно. Слилась птица. Поплыли. Плывем, плывем, плывем. Так, что у нас здесь? Танарис есть уже. Давай, почему бы и нет? Конечно, сделано все теперь гораздо проще, да. Я помню, во все... Ну, в прошлые времена нужно было нормально закончить квесты в одной локации, чтобы тебе дали направление в следующую локацию. А сейчас все. Открыл, нажал, сделал. Ну, что так. Еще? По делам этим высшим вшивым псам. Спасибо тебе, Лари. Да, пожалуйста. Обращайтесь. Завершить. И один наверху, скорее всего. Да. Разрик. Все еще стреляют, но гораздо слабее, чем прежде. Ура! Так, ну что ж, друзья, на сегодня, думаю, все. Всем спасибо за просмотр. Вернемся мы уже совсем скоро. Не забывайте поддержать видео лайком. Всем спасибо, всем пока.